Здравствуйте! Здравствуйте! Кто к нам приехал? Да, поздравляем вас с новосельем! Желаем вам всего хорошего! Это от нашей компании вам небольшой подарок. Мы приехали из Ульяновска. Как вы узнали о нас? Мы в Анапе отдыхаем с 2001 года. И все это время мы думали о том, как бы поселиться на юге. А поскольку из всех городов Черноморского побережья нам нравилось именно Анапа, мы задумали, что где-то здесь и надо построить дом. Но поначалу мы даже думали не дом, а просто купить квартиру. А когда мы поняли, что разница между постройкой квартиры и строительством дома не такая уж и большая, мы поняли, что надо именно этим заняться. Много предложений рассматривали, прежде чем остановиться на нашей компании? Мы к этому, наверное, полгода мы готовились. Мы изучали все в интернете фильмы и компании, вот ролики, которые они выкладывали. И волей-неволей мы все время останавливались на стройгарант Анапа. И когда я сюда уже один приехал в октябре, мы, в принципе, не думали покупать дом именно в этот момент. Но как-то так сложилось, что я просто решил съездить в эту компанию вашу и узнать, что же это такое, и как, возможно ли вообще какая-то будет цена. И я созвонился с Константином и пошел буквально некоторое время, он сразу подъехал, мы с ним встретились, он меня отвез к себе в офис, мы там поговорили, потом он приехал сюда, показал тут несколько домов, 5 домов только было. Как вы выбрали именно вот этот проект? Нам очень нравился морской коттеджный поселок, но этот был новый, но в селе. А поскольку морской тоже относится к ценовой балке, как-то там административно, мы поняли, что именно здесь надо делать. И нам очень понравилось, что здесь вроде бы как и центр, недалеко от центра, и в то же время отдельный кусок выделен земли. И, конечно, будет организованный хороший такой городок, где, как там сказали, будут и ограждения, и асфальтирование, и газификация проведена. А у меня дети, вот два сына у меня старших, взрослых, они всегда говорили о том, что они хотели именно в коттеджном поселке жить. А сколько у вас человек здесь будет жить в этом доме? У нас будет пока 4 человека. Два сына и мы с женой. На каком этапе вам больше всего понравилось взаимодействовать с нашей компанией? На каком у нас строительстве, на этапе строительства? А вот с самого начала, ведь мы несколько компаний объехали. Встретились. И вот так, как со мной поговорил Константин, и как он так спокойно и доброжелательно, и при этом всегда соглашался с моими предложениями, говоря, вот так возможно, да, возможно. А вот это можно, да, конечно, мы это сделаем. Вы скажете, а мы сделаем. Я думаю, ну раз они настолько гибкие, мы даже 3 раза меняли проект. Вот вроде бы у вас там в договоре сказано, что мы в течение месяца имеем право внести изменения. А мы 3 раза вносили не только в изменения в сам проект, а кардинально меняли проект, и компания всегда терпеливо к этому относилась, и мы пошли навстречу и даже вот такой проект нам поставили. Может быть, есть какие-то пожелания, рекомендации к работе нашей компании, специалистов? Что мы можем улучшить своей работе? Вы знаете, мы очень в превосходной степени можем говорить о вашей компании и вообще о темпах строительства объекта. Вот если он начался строить, мы знали, что через 5 месяцев будет то-то, еще через месяц то-то, еще через месяц то-то. Вот мы наблюдали, как строятся здесь дома. От
закладки фундамента до крыши. И отделки внутри помещения проходил 5 месяцев. Нас это очень впечатлило. И на каждом этапе мы получали отчет, фото или видеоотчет о проделанной работе именно со стороны прораба. Наш прораб Кусен, мы очень довольны, как он с нами работал и взаимодействовал. И даже сейчас, когда вот уже вроде бы мы подписали объект, уже приняли акт, мы все равно по каким-то вопросам обращаемся, и он тут же реагирует, присылает там, или сам приходит, или рабочих присылает, а они там какие-то нюансы не то что устраняют, а это уже больше даже не их недоработка, а мои пожелания дополнительные. И он как-то так. А вы подписаны на какую-либо нашу сеть, следите ли вы за нашими новостями? У нас два раза в неделю выходят ваши ролики, и мы все их смотрим. Я у вас в подписке, в вашей компании у меня в подписке. Сразу я включаю, когда интернет, сразу вижу подписку. Если красный кружочек, значит я смотрю. У нас родственники сюда приезжают. Сестра жены приезжает с семьей. Семейные друзья наши приезжают в соседний дом тоже. Поэтому у нас здесь сразу мы занимаем несколько домов, и у нас свой кружок уже. Да, уже дружная семья образована. Да, я вам больше скажу, вот соседи, вот это Галина, вот здесь вот живет, Светлана, вот через два дома, там у нас космонавты живут. Вот, необыкновенные люди, и очень открытые, и поэтому все, кто здесь будут жить в дальнейшем, они будут находиться взаимопонимание. Спасибо вам за видеоотзыв. Удачи вам в вашей жизни здешней, успехов во всем, чтобы дети вас радовали и жили всегда с вами, родственники, соседи, чтобы были у вас очень хорошие. А я должен пожелать процветания вашей компании, поскольку пока будут такие компании, как Стройгарантана, у людей будет возможность жить комфортно, удобно.